Азербайджанские спортсмены всегда успешно выступали на различных крупных международных соревнованиях. Олимпийская сборная страны завоевала несколько медалей на прошедших летних играх в Токио. Одной из призерок соревнований стала Мария Стадник, установившая своеобразный рекорд. Она завоевала олимпийскую медаль на 4-х играх подряд. Дебютировав на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, Мария Стадник не пропустила ни одних последующих Олимпийских игр. Став бронзовым призером в столице Китая, Мария дважды становилась на вторую ступень пьедестала почета на следующих турнирах. В Лондоне в 2012 году и Рио-де-Жанейро в 2016. На играх в Токио Стадник завоевала бронзовую медаль. Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхам Алиева, она была удостоена ордена за службу Отечеству первой степени. Недавно вот как сообщили, что нас спортсменов наградили и что я получила самый высший орден, то, конечно, у меня была такая гордость за то, что хоть у меня нету золотой медали, но то есть мой народ и наш президент оценили мою работу. Мария Стадник всю свою жизнь посвятила спорту и планирует и дальше представлять страну на различных международных турнирах. Есть в ее планах и попадание на следующие Олимпийские игры, которые пройдут через 3 года в Париже. Пока у меня есть силы, есть здоровье, мне надо отдохнуть морально, физически, и потом уже можно со спокойной головой принимать какие-то решения, идти дальше или уже как-то перестраиваться. Спортсменка всегда заряжена на успех. Она является примером для подрастающего поколения представительниц борьбы. Глядя на ее поединки, они открывают для себя что-то новое. Это станет дополнительной мотивацией для их будущих побед. Самый лучший мотиватор – это мои результаты. То есть, и хотелось бы, чтобы вот то, что я делаю, то, как я делаю, приносило пользу другим. То есть, чтобы они получали от этого какую-то пользу для своих тренировок, для своих достижений, целей. Полную версию интервью с Марией Стадник смотрите сегодня в специальном выпуске в эфире телеканала CBC. Эмин Ахмедов, CBC.